Имя Михаила Анатольевича Игнатова знает едва ли не каждый житель города Барабинска. Весь его трудовой путь связан с людьми. Он всегда сочетает в себе деловую активность с умением искать удовольствие в работе, вместе с подчиненными радоваться успехам и огорчаться неудачам. Барабинск меня связывает жизнь с 3 лет. Я здесь приехал, мне было 3 года. Пошел я учиться во вторую школу в 70-м году. И в 80-м ее закончил. Мне посчастливилось быть с хорошими руководителями, которые нас вели. Это классный руководитель Нина Корягина Анна Ивановна, Вера Ронна Эндельнант, это легенда Барабинска и барабинского всего образования, а также Нина Ивановна Некрасова. По окончанию школы пошел работать на стадион, потому что нужно было иметь какой-то стаж перед армией. Проработал месяц рабочим и после чего ушел служить в Советскую армию. По окончанию службы я приехал в Барабинск, и здесь был договор с Виктором Васильевичем Слушом, когда я был в отпуске в Барабинске во время службы, мне предложили быть директором стадиона. Ну, вначале как-то сомневался, потом решил. Для меня был большим опытом работы в 82-го, 83-го, 84-го года тем, что в нашем городе проходила вторая дорожная олимпиада Западной Сибирской железной дороги. И на стадионе шла большая реконструкция, и весь этот стадион преобразился в новый спортивный комплекс. Он тогда в 80-х годах был один из самых лучших объектов Новосибирской области спортивных. В то же время хотелось мне сказать о первых моих учителях, о Викторе Васильевиче Слыше, бывшим председателем спортивного клуба, о Михаиле Николаевиче Нагайцеву, директору спортивной школы «Локомотив», о Юрии Егоровиче Ильине, с которым также работали мы совместно на почти одногодке, а также нашим профсоюзным комитетом и человеком, который отдала всю жизнь нашему спорту, Тамара Александровна Никонова. На стадионе, конечно, было много очень интересного, но в дальнейшем мы начали проводить и большие лотереи. Так, на крупных мероприятиях, на спартакиаде дорожной, мы провели 100-тысячную лотерею для города Барабинска, когда жителей всего было 34 тысячи. Так, в 1996 году мы стали победителями всероссийского турнира «Честь марки» в городе Бийске, а в дальнейшем мы участники финала было этого турнира. В 1996 году меня Валерий Григорьевич Отляков пригласил на работу с молодежью в городскую администрацию. В то время очень много мы провели мероприятий, была очень интересная работа с молодежью. В городе возобновились игры КВН. Кроме КВН, мы, конечно, много проводили и военно-патриотической работы. Очень хороший коллектив у нас был тогда, ребята холостые. Руководитель им был Сергей Макуха. В начале 2000-х годов прошла реконструкция структуры администрирования нашего города. Меня пригласили работать в администрацию Барабинского района начальником отдела по молодежи. Что же запомнилось основное, так это то, что тот конфликт, который произошел в Южной Осетии, где погиб Виталий Нев, и вручение золотой медали, которое проходило в Дом офицеров при большом количестве журналистов, мы дали слово, что были поставим бюст Героя России. Вместе с Советом ветеранов мы сделали субботник, установили постамент, и так мы увековечили память Герою России Виталию Нефу. А кроме этого, хорошая была связь и с армией. Они нам предоставили тогда 2 гаубицы, которых мне пришлось ехать в город Читу и привезти их. Они до сих пор украшают наш мемориал Великой Отечественной войны. В этом году исполняется 10 лет, как я работаю в музее. Но что интересно, мы сейчас находимся в зале военной славы, в том славе, зале, который мы только что отремонтировали в прошлом году, открыли его к 75-летию войны. Вы, может быть, видели еще, кроме этого, мы к 70-летию войны сделали и выставку, которая посвящена нашим участникам войны. Большая работа проводится по краеведению. Здесь, конечно, ничего не можно сказать, большое спасибо и Владимиру Даниловичу Лобашову, который проводит очень большую работу с материалами. Вместе с ним мы их некоторые обрабатываем. Сейчас он написал 1 книгу, сейчас у него готова уже 2 книга о Барабинске и Барабинском районе. Мы участвуем в областных грантах, мы стали
победителем 2 грантов. Кроме этого, в прошлом году музей попал в золотую книгу Новосибирской области. Особым событием стал фильм, съемки фильма «Снежные призраки». Что интересно, мы предоставляли помещение, предоставляли вот эту комнату, в которой мы сейчас находимся, для съемок нашего фильма «Снежные призраки». И также нам пришло, как бы мне самому лично посчастливилось и сниматься в этом фильме. Ну, снимался не просто один, еще и с внуком. Так что мы герои этого фильма по-своему. А последние съемки мы проводили в селе Кожевниково, где, в общем-то, было предоставлено все, что у нас есть с нашего музея. Прошлый год для меня закончил не совсем удачно. А в конце года умерла мама. Она у меня почетный железнодорожник, участница взрыва под поезда Новосибирск-Адлер Новосибирск под Ошой. Была награждена орденом за личное мужество при спасении пассажиров. Тяжелая была болезнь и жены перед Новым годом. Сейчас мы восстанавливаемся. Вместе уже, наверное, прожили с 85 года. У нас есть сын. Сын закончил Новосибирскую школу милиции. Есть у меня 2 внука. Есть внучка, которой 4 года. Она пошла, наверное, по стопам деда. Она сейчас уже начала участвовать в спортивных соревнованиях. Она стала чемпионкой Новосибирска по художественной гимнастике. В 2013 году Михаил Анатольевич признан руководителем года среди руководящего состава муниципальных учреждений города Барабинска. В 2015 году имя Михаила Анатольевича Игнатова было занесено на доску почета города Барабинска. Всегда успешно решает стоящие перед ним задачи, применяя новейшие методы, средства и формы реализации своего дела.